Ну что, всем привет. Вы снова на канале CryptoCommons. Я нашел просто сногсшибательный ресторан вот с таким вот видом на гору. Отобедал тут замечательно вообще. Прям muchas gracias, mucho gusto. И вот собираюсь пить кофеек и взглянуть на графики. О, ну это, кстати, не графики, а это трасса, по которым, кстати, сейчас вам покажу, где я сегодня. Охренеть. Вот я поднялся вот на этом подъемнике Аманкай. До сюда. Тут познакомился со сноубордерами и поднялся еще вот сюда. И они мне сказали, что это не самый верх, но поверьте, этого было достаточно. Сейчас я вам некоторые кадры покажу. Блин, там еще началась такая метель, пурга, что это. Я охренел, а я с ноутбуком, ну как бы с iPhone. Я еще снимал на iPhone все это. Это нереально. Руки мерзнут и, ну как бы неудобно. Короче, скоро у меня будет GoPro-шка, и в следующем месяце мы откроем полноценный сезон Борилочи и будем снимать все супер-мега-профи. Так что, если вам нравится еще такой travel, разновидность travel и экстрим, я не знаю, спорт-контента, то навалите сразу два лайка с аккаунта жены и соседки. Если нет жены. Вот. Ну, на самом деле, это все лирические отступления, а мы с вами собрались здесь, чтобы, как всегда, разобрать цену биткоина и что происходит, какие действия лично предпринимаю я. Возможно, какие действия предпринимать будете вы. Я не знаю, дисклеймер, конечно, не финансовый совет, потому что я не истина в последней инстанции, не панацея, и никто не знает будущего. Так что, принимая этого внимание, давайте начнем. Итак, биткоин у нас на 12-часовом таймфрейме сигналит сильные покупки по TRDR на достаточно перепроданном RSI. Причем пока у нас по RSI вырисовывается дивергенция. Смотрите, цена ушла ниже, а RSI не ушел. То есть, в принципе, все, можно сказать, кричит за лонг, за локальный отскок. Посмотрите, опять же, какие плотные стенки у нас тут стоят на всех крупных биржах. По TRDR мы это видим. Это спотовые стаканы крупных бирж. Binance, Bybit, Bitfinex, Coinbase, Hobby, Kraken, OKEx и так далее. Вот, мы видим, что больше покупателя гораздо, чем продавца. Соответственно, цене легко лететь наверх. И опять же, мы спустились, ну, практически вниз канала, который мы вчера отметили на стриме, на вчерашнем. Если вы не видели вчерашний стрим, гляньте обязательно. Мы там отмечали вот такой вот канал как раз, СМС. И я думаю, что да, высока вероятность, что мы сейчас отсюда отстрелим. Плюс-минус отсюда, ну, куда-то хотя бы до середины канала. Куда-нибудь на 63, там, до начала. Так что локально я бы все-таки это дело лонганул, либо как минимум шорты прикрыл. Давайте приблизимся. 4-часовик тоже, посмотрите, довольно ясные три покупки. И плюс вот здесь еще большая покупка. То есть прям лонгую не хочу. И сразу тогда что оттягивать-то в подтверждение своих слов, чтобы вы поняли, что я не дабл какой-нибудь, как большинство этих блогеров, которые рассказывают вам, как они торгуют. Я, кстати, налосил в итоге вчера немного. Кто смотрел мои два трейда, я в итоге закрылся в минус 200 с чем-то баксов примерно. Короче говоря, я думаю, что сейчас надо лонгануть это дело, прям по дисклеймеру, конечно, по хай-риску. По хай-риску я хочу лонгануть с ликвидацией в 56. Но это супер рисковый трейд, имейте в виду, и все равно, на самом деле, позиция-то маленькая, что-то очень. А, 0.20, все, 0.25 BTC, имея в обеспечении 0.01, миллион сатоши, только маржа в USDT, потому что сейчас идет турнир, и, кстати говоря, крышесносные призы, если вы еще не добавились, то обязательно добавляйте. Сейчас самый тот момент, как раз, когда клево можно диверсифицироваться по разным биржам. Смотрите, Гейт дарит шикарные призы в турнире. Ну, помните, что у нас есть вот такое вот нисходящее сопротивление, локальное, опять же, да, вот оно есть, достаточно ярко выраженное. Плюс-минус, вот мы его ложно пробили. То есть я думаю, что даже вот 61.300, это для краткосрокеров, кто прям скальпит. Понаблюдайте за этим уровнем. Возможно, что 61.300 нас от него что от него будет отбой вниз, короче, возможно. Но я не знаю, это может быть уже произойти к тому моменту, пока я выложу это видео. Вот, ну а что касается альткоинов, слушайте. Давайте взглянем, я не знаю, на эфирчик. В целом они показывают достаточно... Не, ну все, их слили сильней. Вчера они показывали более уверенную силу, особенно локапы и аутсайдеры. Dash вчера я смотрел. Держался гораздо лучше биткоина на этих проливах. Но в итоге все, их тоже сливают, посмотрите. Поэтому на самом деле все еще может быть шорт с пробитием, потому что мы все равно достаточно высоки, друзья. Даже вот с этого последнего импульса на 38к по биткоину мы... Все еще даже не в золотом кармане. То есть 52 тысячи, 51, там 48. И это будет зона золотого кармана. Я думаю, мы туда все-таки придем. Вот у нас тут было сопротивление. Это должно быть зеркальный уровень поддержки. Так что с лонгом с этим, я думаю, не заигрывайтесь. Я думаю, плюс-минус вот так вот и вниз дальше. Но я, собственно, это говорил все несколько дней, если вы меня смотрели
Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал и в телегу обязательно подписывайтесь. И колокольчик жмите в ютубе, чтобы не пропускать. По факту, да, мы были правы, но я сам, как идиот, как говорится, билет купил, а сам не поехал, как, да, в анекдоте про кондуктора. Я же не зашортил, это нифига дело все. А вы зашортили, напишите в комментариях, заработали что-нибудь на этом падении. Я не зашортил, я просто сократил большую часть лонгов, и вот спекулятивно, видите, ловлю отскок. Спекулятивно ловлю отскок. По Дэшу я хочу поймать тоже сейчас дно, потому что там хорошая новость выходит по Дэшу, Evolution. Вчера в чатике мы это отмечали в нашем. Кстати, у нас чатик супер уютный вообще. Вы, главное, не забывайте пройти капчу на входе. Там бот вас спрашивает: «Здрасте, пройдите капчу». И многие это не видят, забывают, а потом думают, что их забанили. Скорее всего, вас забанил бот. Вот. Вот это прикольный, конечно, чувак. Newbie Trader. Это на самом деле... Я хотел сказать, это я на сноуборде вчера, но не, я все-таки чуть лучше был. Я... Во, вот это я вчера на сноуборде. Я не катался года три, наверное, с Красной Поляны. Но вот таких кульбитов с переворотом я уже не исполнял. Бедный дядечка. Liquidated, все. Order System Error. Кто помнит BitMix, ставьте лайк. Короче, guys. Log out of BitMix. Жара. Короче, guys, про Dash хотел сказать, новость показать. Куда она делась-то? Вот она, друзья. Шикарная новость. Dash выпускает долгожданную часть Evolution, Dash Platform. Честно говоря, это обещанного 3 года ждут, как говорится. Вот 3 года и ждали. Я помню еще эти разговоры в 2021 году. Dash, кстати, это одно из самых первых DAO, децентрализованных автономных организаций. Это реально крутая штука, Dash. Вы зря его хейтите и пишете, что это скам. В далеком 2015 году создатель Dash Иван Дуфилд мечтал создать криптовалюту, которая была бы настолько удобной, чтобы ей могла пользоваться даже ваша бабушка. И чтобы там... Хейтеры не говорили, но Dash — это реально такая криптовалюта. Короче говоря, они хотят идти в ногу со временем. Вот есть русскоязычный YouTube-канал Dash, друзья. И все вот они объясняют. Они сделали и стейкинг, и шмейкинг, и переводы по контактам из телефонной книги. И там за одну секунду с комиссией там меньше 1 цента. Меньше 1 копейки даже. Короче говоря, Dash — крутые чуваки. Единственное, что им надо, это поднажать с маркетингом. Понимаете? И нам с вами, соответственно, пропиарить Dash. То есть рассказывайте своим друзьям, близким про Dash, устанавливайте Dash кошельки. Про биткоин, конечно же, тоже рассказывайте, но про Dash не забывайте. О, Аманда вернулась. Копируемая альтернатива биткоину, готовая к нагрузке. Ну-ка, давайте послушаем. Dash появился году как масштабируемая альтернатива биткоину, готовая к нагрузкам, которые обрабатываются Visa и MasterCard. Но пользователям сразу стало понятно, что стандартный блокчейн не всегда удобен для повседневных операций, которые мы совершаем каждый день. Например, переводы родственникам и друзьям по имени из списка контактов, или получение кэшбэка за покупки в любимых магазинах, либо создание новых аккаунтов в интернете с помощью единой учетной записи. В комьюнити Dash поняли, что для того, чтобы стать лучшим платежным решением, она должна быть не просто масштабируемой криптовалютой, она должна быть совместима с уже привычными веб-технологиями, с которыми знакомы пользователи и разработчики. То есть фактически стать облаком. И именно с этой целью в конце 2015 года было объявлено, что Dash ждет эволюция. И на сегодняшний день сеть Dash готовится к крупнейшей и завершающей стадии этой эволюции – релизу Dash Platform. Это новаторское решение состоит из 4 компонентов, которые сделают Dash первой децентрализованной криптовалютой, функционирующей как облачный сервис. Это первый в мире децентрализованный HTTPS API, верифицируемое блокчейном хранение данных, легко воспринимаемые человеком имена пользователей, работающие поверх криптографических адресов, и многое другое. Как все вещи, о которых я упомянула, могут работать на децентрализованном блокчейне, если все мы знаем, что ранее они были доступны только на централизованных сервисах? Отличный вопрос. И ответ на него можно найти в каждом из следующих видео, где вы узнаете о Drive,
децентрализованном API, именах пользователей в Dash Platform Name Service, а также Dash Platform Protocol. Следите за новостями, чтобы узнать, какие возможности открывает использование Dash. Да, чуваки, это круто. Подписывайтесь. Подписывайтесь обязательно на канал Dash на русском. Ставьте им лайки и пампите свои сумки. Ребята, я не знаю, чего вы ждете. Я добавлю эту ссылку в описание к ролику. Вот, ну и что, на самом деле, чтобы не затягивать этот обзорчик, хочу докупить еще немного Dash-ка, честно говоря. А денег свободных нет, да? Что мы для этого делаем? Лайфхак. Переводим в 50-е плечо предыдущую позицию, да, биткоин. Все, смотрите, даже цена ликвидации не изменилась, но зато высвободилась маржа. Высвободилась маржа, соответственно, что можно сделать теперь, правильно? Открыть лонг по другой монете. Ой, я так вам скажу, друзья, на свой страх и риск. Дисклеймер, еще раз повторяюсь, не финансовый совет. Но я покупаю Dash'ек в 10-м плече на бирже Gate. И напоминаю вам, что там сейчас идет соревнование, в котором... О! В котором вы можете тоже принять участие. Никаких минимальных порогов входа, ничего. Просто торгуете, как обычно, на фьючах, хоть на 10, хоть на 100 долларов. И получаете призы в случае того, если вы попадаете в первую десятку. Но прикол-то в том, что там участвует всего человек 10. И если вы посмотрите, то там... То там большинство в минусе после вчерашнего пролива. И ваш покорный слуга тоже, чтобы вы понимали. Поэтому у вас шансы супер высокие на победу. Даже если вы в минус, наторгуете все равно. Главное нам торговый объем разблокировать. Как бы вот это основное дело. Поэтому сейчас нужно много-много торговать. Так что кто торгует этим активно на фьючах, или кто хотел как раз попробовать, поучиться там на небольшую сумму для вас, которую вы готовы потерять в случае провала, почему бы и нет. Переходите по ссылке и участвуйте вместе с нами. Это только для новых рефералов CryptoCommons. Если вы давно зарегистрированы на бирже Gate, у вас не получится, к сожалению. Так что ждите следующего общего соревнования, которое будет уже буквально через 2 недели. Ну и что хочется еще отметить, что у нас в целом-то зеленый, абсолютно зеленый год, ребята. Посмотрите, все альты там на 3000% ОМ улетел. ОМ, кстати, мы давали тоже 2 года назад рекомендацию, так что... Всех поздравляю, кто додержал. Я додержал, достейкал. Настейкал еще X2 с чем-то за год, за полтора, и вывел. И вот сейчас эти 100 иксов снимаю, радуюсь. Ну, там небольшая была сумма, конечно, но все равно, знаете, 100 иксов. На дороге не валяются, не каждый день, не каждый год даже заберешь. Поэтому всех поздравляю, кто забрал ОМ. Давайте на секундочку его глянем тогда. Ну, что тут скажешь, он попер дальше наверх. Он попёр дальше наверх, и зеленые свечи хайканаши, зеленая точка. Походу он идет, ну, я не знаю, переписывать хай или нет, но как минимум на ретест вот этого. Я думаю, что с высокой долей вероятности он дойдет плюс-минус куда-нибудь вот сюда, до уровней там, да, или может быть вот сюда, ну, до уровня плюс-минус доллар, либо нарисует сейчас здесь, грубо говоря, правое плечо и вниз. Поэтому, как минимум, я еще раз говорю, небольшой отскок, а дальше, если биток вниз, то, конечно же, ОМ тоже вниз. Ну, даже если ОМ сейчас перепишет хай, если это бычий, да, рынок, и все летит на Луну, все равно, извините меня, ребята, ОМ, еще раз вам говорю, выдал 100 иксов, поэтому будьте осторожны. Не покупайте его по таким хаям, но тут показывают 60 иксов, на самом деле 100 снизу. Потому что в любом случае, что так высоко взлетает, оно потом обязано скорректироваться, помните это. И лоло, и пепе, все будет падать как минимум в золотой карман, вот, а по ОМУ это будет в районе там 0.43 где-то. А то и ниже. Как правило, мы видим в долгую, что это все закрывается вот так. Смотрите на тот же самый Dash. Далеко ходить не надо. Вон он все all-time low за all-time low переписывает. Понимаете? Вон он. Dash, капец, спустился просто в свой не то что накопительный уже канал. Он уже пробил все трендовые, понимаете? Но все еще он, в принципе, вот в таком вот, ну, в аптренде. Поэтому, ну, я не знаю, друзья, с чем не... Вы понимаете, соотношение риск-награда, если он сейчас вот такую W отрисует с перехаем, all-time high, ну тут вы, какая разница, вы можете потерять всего 1x, а заработать 100x или 200x, понимаете? Поэтому включаем голову, друзья. Вот, но тем не менее месяц у нас красный, смотрите, все абсолютно красное, месяц коррекции мы наблюдаем, и почему бы и неделя тоже красная абсолютно, и почему бы, собственно, и не продолжить эту коррекцию, непонятно, да? Да, вот. День тоже у нас, посмотрите, отрицательный. То есть, в принципе, с этой точки зрения, да, что день отрицательный, и час по чуть-чуть уже зеленеет, но какой-то локальный отскок напрашивается. Но еще раз вам повторю, никто никому ничего не должен, это крипторынок, поэтому
даже если не будет отскока, мы, скорее всего, полетим вниз. Я говорю еще раз, выбивать вот эти вот лои, там, выбивать 52 или даже 48, это мой прогноз, моя спекуляция, как бы. Это ничто не гарантировано на рынке, просто я думаю так, и все. Вот, большое спасибо всем, что смотрите Crypto Commons. Помните, что в долгую мы еще вообще внизу накопительного канала, и ничего у нас еще толком, бычий рынок вообще еще не начинался. Вот, и товарищ TechDev нам напоминает, что у нас с вами по вот этой метрике NUPL with Heatmap BTC мы находимся в стадии между оптимизмом и верой. И usually, обычно мы находимся вот здесь, то есть это, грубо говоря, стадия bear trap, медвежья ловушка, где началась коррекция, мы еще чуть-чуть, может быть, попадаем, и все испугаются, все продадут, либо их ликвиднет принудительно, и потом начнется супер-мега-туземун уже в стадию эйфории. Поэтому, друзья, все риски берем на себя. Всем профитроли, удачи в торговле, ставим лайки, стопы, тейки, спасибо, что смотрите. И хотел сказать до следующей встречи пока, но на самом деле еще кое-что скажу. Для тех, кто торгует на Байбите, на меня сейчас не смотрите. То, что я делаю, это так нельзя торговать. Я просто на последние 200 риплов встаю в 20-м плече. Супер-мега чисто спекулятивный лонг. А вам хочу напомнить, я вчера на стриме говорил, но вы, может, не слышали, не видели стрим. Супер-мега airdrop идет на бирже Bybit, $100, 100 USDT, получите бесплатный трейд на 100 USDT. Я сам его не могу получить, потому что я, собственно, эту акцию вам и предлагаю от своего имени, но вы все можете попробовать еще 11 дней, переходите по ссылке, выбирайте одну из торговых пар, вашу самую любимую из вот этих Bitcoin, Ether, Solana, Ripple, Atom, Litecoin, Dash, Bitcoin Cash, Doge или PP. Торгуете в ней и получаете airdrop 100 USDT на бесплатный трейд туда-сюда. Большой респект за это бирже Bybit. Вот. Но и помните, что нельзя хранить все средства на одной бирже, поэтому я вам также рекомендую перевести часть средств на биржу Gate, которая пока, насколько я знаю, не так жестко следит за санкциями. Сейчас вы слышали, что новость прошла, что Bybit будет выполнять санкции ЕС. Так что все, кто из России и СНГ, будьте осторожны. Хотя бы часть переводите на Gate, тем более, что вы можете USDT через сеть TON, Telegram Open Network, переводить с нулевой комиссией сейчас с Bybit на Gate. $0 США комса. Поэтому имейте это в виду. И всем удачи, до следующей встречи. Пока. Ноги устали уже просто капец. Ну, что делать? Нет пути назад.